О, один за другим поперли. Что там? Какие расклады? Ну как, война. Ну какие это расклады? Понятно, а кто кого там, кто куда. Ну как, ваша армия, как это, Авдеевку уничтожила. Угу. И что? Ну ничего, для вас ничего. А для нас? Нормально, это нормально. Ну мы говорим, что это, как это, братская Россия уничтожает города Донбасса, просто стирает с лица земли. Ну а для вас ничего. Это нормально. Как это? Нормальная работа. А за сколько лет? Нормальных людей. Уничтожили. За сколько лет? Да. Ну вы же говорили, что 8 лет бомбили Донбасс. Ну, Авдеевку. А вы за 8 месяцев, или там за сколько? За 4 месяца просто сравняли Авдеевку, просто уничтожили. А, ну вы 8 лет, короче, а мы... Мы 8 лет... И ни одного такого города на Донбассе, уничтоженного под ноль, даже близко не было. А мы за 8, а вы за 8 месяцев за 8 уничтожили, месяцев. А до этого был Бахмут, Попасная, Мариуполь, Авдеевка. Ну, видишь. Вы, как это, братья пришли помогать уничтожать Донбасс. Вы смотрите, что-то мы плохо уничтожаем Донбасс. Плохо бомбим. За, там, я не знаю, 21-й год, так сказать, вообще ни одной бомбы по Донецку, наверное, не было. У тебя не экономическое образование еще? Нет, техническое. И тут братья россияне говорят, мы сейчас покажем, как бомбить Донбасс. Я вот сталкивался с людьми из Макеевки. Они мне сказали, вот, что Донбасс вот, кормил всю Украину. Как бы, что бы ты им ответил? Хаймарсом по этим самым, по казарме российских войск в Макеевке. При чем тут казарма? Это жители... Вот как ответить, да. Это жители Донбасса, им уже там... Да, российские войска, гробы пошли в Россию, это жители, да. Ладно. А то и все.